Интерес к фотографии третьекласснику Илье и его брату Леониду привил папа. Фотоискусство – это настоящее семейное хобби Гольцевых. Из поля зрения их объектива не уходит ни одна интересная деталь, будто красивый закат, гнездо перепелки или городской пейзаж. Работы оценили и члены конкурсной комиссии, что позволило Илье и Лене войти в число лауреатов фестиваля «Мир, в котором я живу». Мой папа любит, и мама любит фотографировать это грибочки там. Ну, например, мухоморы нашли, мы сфотографировали, пелиновые яйца нашли, сфотографировали, красивый закат Лёня сфотографировал. Я тоже иногда фотографирую. Среди финалистов 25-го фестиваля «Мир, в котором я живу» 80 детей. Это ребята с ограниченными возможностями здоровья, кто всего себя отдал творчеству. Под чутким руководством опытных наставников или родителей дети творят своими руками настоящие шедевры декоративно-прикладного искусства. Миниатюры из известных сказок, картины, фотографии и другие самые разные поделки. Радует, что каждый год у нас выставка все лучше и лучше. Работа разнообразнее, интереснее. Они помогают нам увидеть, какие мечты у наших детей, какие исторические события произвели на них огромное впечатление. Ну и, конечно же, сегодня мы увидим творчество детей на сцене. Действительно, конкурсантам было что продемонстрировать на сцене. Лауреаты показывали свои способности в самых разных жанрах – танцы, жестовые и традиционные песни и другие творческие номера. Готовились долго и упорно. В этом году фестиваль отметил свой 25-летний юбилей. 25 лет – большая такая вот вроде бы дата. А на самом деле миг. И мы сегодня видим, у нас первый участник с экрана ведет это мероприятие. А это связь. Связь, которая идет. Все продолжают общаться, участвовать в организации таких замечательных фестивалей. В самом первом фестивале, который прошел в 1997 году, участвовали 137 человек. По традиции конкурсанты сначала проходили и до сих пор проходят районный этап, а затем лучшие выходят на городской уровень. С каждым годом количество заявок на участие только растет. За многолетнюю историю фестиваль «Мир, в котором я живу» стал настоящим творческим взлетом для 24 тысяч детей. Михаил Ермоленко, Петр Паламеев. События.